Ребят, привет! Все, мы с Данилом, в общем, мы собрались, идем за этими, за берушами. Не знаю, помогут они или нет, но во всяком случае, хоть немного попробую, может получится все-таки спать. Так, отключаюсь, потому что тут музыка. Вот тут такие барбекюшки стоят, тут они начнут сейчас опять продолжать жарить. Холодильник, в общем, здесь принесли уже детям батуты, сейчас надуют их. Ну, для них еще, допустим, сейчас начало 8, для них еще очень рано. То есть сейчас только к 9 часам начнут собираться, потом все покажу. Такое все в флажках, в общем, все таких вот, видите, дети, ну, все в одинаковых футболочках. В общем, праздник в разгаре. И прикольные развлекаловки всякие для детей. Вот видите, там кто кого с этого с острова скинет. Там вот тоже такая вот штучка крутится, то вверху, то внизу. В общем, для детей вот всякие-всякие развлекаловки. Вот так вот, видите, так что молодцы. Вот что-что, вот что единственное, хоть бы, то, ну, хоть это и мешает, там, все это, ну, это такое, да, это мои там прибамбахи, потому что я в этом не участвую, допустим, все, да, то. Ну, а так, у испанцев нужно поучиться устраивать себе праздники. Они никогда в жизни не переработают даже одну минуту, не говоря уже о часе, да, ну, зато они, у них так, день цветочка, день листочка, вот так. А ты не пошел попрыгать? Уж не маленький ребенок, чтобы не попрыгать на детском батуте. Давай я тебе, это, рожу тебе братика. И это, и ты будешь с ним ходить на батутах прыгать, давай? Если бы ты меня купила маленького лабрадорчика, то я бы еще подумал. А братик мне нафига? Лабрадорчик, он у нас целый волкодав дома сидит. Еще лабрадорчика мне не хватает. А нафига мне, брат? Это еще хуже. Лучше уже лабрадор, от него хоть какая-то плюха. Эгоист. Yes. Зато тебе было бы с кем гулять. С кем выходить на батутах, попрыгать. Нормально. Я был лабрадор на передние лапы, он на задние, если мы с ним прыгаем. Он, бери, смотри. Вот он хоть не ноет, как вот они, как эти братики. Мои? Мои уже давно не ноют. У нас уже, видите, начали листья опадать от шелковицы. Пойдем сразу на ту сторону. Ой, слушай, а тут тоже этот... Праздник. Тут тоже, представляете, в соседнем доме, вот в этом, тоже в этот день урбанизации праздник. Вот. И они все в таких, видели, в красненьких таких футболочках. И у всех такой принт, и написано праздник нашей урбанизации. Вот так вот. Сейчас так хорошо на улице. А, и слушай, такой, у них что, у всех в один день? Посмотри, сынок. Прямо тоже, видишь... Может быть, это просто в общем праздник всех урбанизаций или как? Ну, наверное. Слушай, я думала, это... Это день рождения только нашей, да, урбанизации? Ну. А может быть, это типа как день урбанизации, все урбанизации празднуют там. Ого! Слушай, это ж надо только 6 лет прожить для того, чтобы узнать. Ага. Ой, капец. Слушайте, сейчас такой ветерочек, прям так хорошо на улице, не жарко, прям так вот комфортненько. Ой, сейчас бы вот так вот именно посидеть на бережку морька, что-нибудь вкусненького попить.
Какое-то небо такое немножко как затянутое. Ну да, как будто, тучки. Как будто дождь будет, да? Хоть бы ливень. Ливень жахнул. Что сегодня? Ливень это просто грязь. Это никакого нет так... никакой нелегкости, ничего. Где, ну так и грязи тут нет, о чем ты говоришь? Что здесь есть такое, что ты шел? Не, я имею в виду вода, вот везде будет, все будет мокро. А зато так бы побыстрее бы праздник свернулся. Что в прошлом году был дождь, и что они все равно праздновали. Какого в прошлом году? В прошлом году не было праздника. Я имею в виду в прошлый раз, когда они праздновали. Не было никакого дождя. Тогда был дождь. Ой, это там... Это что, дождь? И вот когда были вот эти вот куклы большие ставили, тоже помнишь, какой ливень полил, и все равно все сидели и праздновали. Так, мы пришли в аптеку, в общем, пошла я за затычками себе в уши. Так, маска. Вот видите, вы спрашиваете всегда. Зачем ты одеваешь маску? А потому что без маски зайти нельзя. Ой, у меня маска надулась. Я заранее сбегал, приклеил, чтобы ты потом могла снять. Все, пошли. Ребят, ну что, вот так вот примерно это все выглядит. Видите? Сейчас я попробую приблизить вас. Вот так. Вот такой вот шум, но это еще музычка так на лайте стоит, знаете, потому что, ну, считайте, они кушают. Там вот для детей горки поставили. Там их несколько. Вот такой вот шум, гам и веселье. Хоть иди бери бутылку и иди к ним. И такие веночки, видите, у них на голове. Вот вон девочек. В общем, молодцы. Молодцы. Умеют себя веселить. Так, что там у них вкусненькое на столике? Ну-ка, может, мы пойдем, возьмем бутылку и пойдем к ним? Девчонки, а ну-ка, приходите, пошлите составлять компанию. А то мне скучненько одной, муж в рейсе. Давайте, приходите. Хватит вести трезвый образ жизни. Пошлите, будем, значит, тоже бухать.